Лотмина 23. Сюда нас пригласили местные жители. Когда мы оставляли анонс о проекте «Песочница» в наших соцсетях, нам написали: а приедьте, посмотрите, мы своими руками создали лучший, по мнению местных жителей, двор. И действительно, посмотрите внимательно на это благоустройство. Да, может быть, оно не выглядит так, как в современных элитных микрорайонах, но оно сделано руками самих жильцов. И действительно, что удивительно, на маленьком клочке земли. Я вижу, что это гоночный трек. Вот там есть трактор даже стоит. Видимо, по этой штуке можно кататься. Здесь растут подсолнухи, посадили елочку. Даже Виктория растет. Маленький огород. Это маленький магазинчик, где дети, видимо, играют в торговлю. Тут посмотрите, даже есть звоночек. И он даже работает. Все очень ярко и красочно, действительно. Столики сделаны для игры в кафе. Раз уж есть рядом магазинчик игрушечный, значит и игрушечное кафе, летняя терраса. Все требования Роспотребнадзора здесь соблюдены. Шкаф. Можно положить книжки, раскраски, настольные игры. Шкаф открыт. Можно здесь хранить свои вещи. И посмотрите, действительно, краски, игрушки, пакеты какие-то. Если тебе не нравится твой двор, если ты недоволен тем, как у тебя все благоустроено, то выходи и делай сам. Кто, кроме тебя, может в этом помочь? И мне кажется, жителям приятно на все это смотреть. Председатель у нас прям такой классный, Федор. Он тоже прям постоянно на машине все подвозит, всякие там песок, там все, что надо. И вот они здесь все лето прям целыми днями они все делали и делали. И в конце концов вот такая вот красота получилась. Очень здорово. Все дети со всех дворов, буквально, вы сами видите, по дворам хороших дворов практически нет. А теперь сыграем на контрасте. Вот то, что находится в соседнем дворе, сразу же за гаражами. Еще одна детская площадка, но выглядит она куда скуднее. Только спортивный снаряд в виде брусьев, турников, качеля, которая не работает и которую сняли, и песочница. Хотя места здесь гораздо больше для того, чтобы развернуть всю свою фантазию, благоустройство. Следующая точка Октябрьского района, Вельского, 34. Это район, который тоже активно строился. И посмотрите, до сих пор строится. Еще одну свечку здесь решили воткнуть. Здесь достаточно просторный двор. Тоже уже оформлен по-современному. Новые детские городки, типовые, которые сейчас можно встретить в большинстве современных районов. Сейчас детальнее рассмотрим эти самые городки. Снова информационная табличка о том, что расположено на детской площадке. Теннисный стол, качалка на пружине, бабочка. Причем для каждого наименования есть возрастное ограничение. Покрытие здесь безопасного резинового, как во многих дворах, нет. Здесь, посмотрите, под ногами у нас камушки. Ну, достаточно мягко тоже. Ну, конечно, если упадешь коленками на такое, наверное, не поздоровится. Мы ищем песочницу в этом дворе. И их несколько. Одна, вот, допустим, к ней мы приближаемся, оформлена достаточно красиво в виде лодочки с песком. Не укрыто, конечно, крышей, чтобы песок не мог, но в целом выглядит все равно достаточно красиво. Вот еще одна песочница, и есть у нее грибочек. От дождя сильно не защитит, но от солнца, если ребятишки долго играют в песочнице, достаточно удобно. Здесь что хочу отметить, песок не только в самой песочнице, но и вокруг нее тоже рассыпан. Занимаются озеленением, по крайней мере, начали только это делать. Здесь есть какие-то кусты, которые, может быть, в будущем разрастутся побольше. Вот рябинки красивые. Немного о логике тех людей, которые занимаются благоустройством в современном Красноярске. Есть кольцо для баскетбола. Но, как вы заметили, баскетболистов здесь немного. Почему? Потому что вряд ли баскетбольный мяч будет классно отскакивать от этой поверхности. Ну и в целом в одно кольцо играть тяжело. Можно, но тяжело, особенно здесь, на таком покрытии. Ну а в остальном ничем особенным этот район выделиться не может, кроме того, что здесь еще ведется стройка, еще по-прежнему не очень безопасно, если выходить за пределы детской площадки. Это была улица Вильского.